Всем привет! Приехал наш итальянский заказ осенний. Вот такая красотища. Пышные кустики клементинов Амуа 8. Посмотрите, какие классные яркие кустики пестролистных каламандинов. Апельсины Мора в 20-х горшочках. Пестролистный кумкват. В питомнике этот же сорт идет под названием оранжекват ниппонвариегатный. Ну а это, как вы уже догадались, всеми любимые вариегатные лимончики. Это обычный пестролистный лимончик с желтой мякотью. У некоторых плоды вот такой яркой, насыщенной, интенсивной окраски. И вот такие лимончики с сангвинеем вариегатный, он же эврика, с розовой мякотью. Плоды до конца еще не созрели, но вот в разрезе уже хорошо видно розовый оттенок мякоти. Вот такие пышненькие в этот раз лимоны Мелороза. Микроцитрусы Фингерлайм и Фаустрайм. Сегодня третий день работы. Встала пораньше, в 6 утра, пока у нас не очень жарко. И собираю вот такие заказики девчатам в Беларусь и Казахстан. А этот заказ для очаровательной Виктории. 14 прекрасных цитрусов. Отправляются сегодня к ней. И еще в этот раз я заказала вот такие вот книжечки. Посмотрите, все они в такой индивидуальной прозрачной упаковочке. Одна книжечка остается у меня. Вот, сейчас я вам покажу. Книга на английском языке. Здесь есть немного истории про болезни и вредителей. Методы прививок. И в конце книги есть краткое описание сортов. В наличии есть 4 штуки.